Так, ну что, настает долгожданный момент, номер 2405. А, боже мой, 2405. Очки одела, нифига не вижу. Так, па-па-па-па-па, какая музыка прекрасная. Ну что ж, заходим. Так, давайте сразу пойдем направо, но мы вначале вставим карточку. Так, да, все, зажглось. Ну что, посмотрите, большой красивый номер. Мне очень нравится вот эта вот мраморная плиточка, стакашечки. Вот, пожалуйста, все тут есть, наборчика какие-то, наверное, шапочки, да? Мыло. Мыло, шапочки для фен есть, все как положено. Душевая кабина огромная, смотрите, полотенчики. Вот. Ну, очень все культурно, красиво. Так, от центрального входа у нас тут коридор, слева большой шкаф. Большой шкаф, есть сейф, куда мы можем все спрятать. Ну, все как положено. Так. Ну и вот большой номер. Так. Видите, как все красиво. И вообще я предлагаю выйти на балкон, потому что у нас вид будет и на море, и на бассейны, как нам, по крайней мере, так пообещали. Ну, вы видите, плазма есть. Так. Очень красивое, уютное место для посиделок. Так. Где же наш балкончик? Давайте-ка посмотрим. О, смотрите, какая прелесть. Видите, какая прелесть. Он шикарный, огромный балкон. Вот выход на главный ресторан. Вот внизу люди сидят. Вы видите, они обедают. Нет, они, наверное, завтракают. Там у нас горы, там у нас бассейн. И видно, естественно, море. Покажем горы. Там море. Просто сейчас очень яркое солнце, поэтому море смотрится абсолютно белым. Ну вот, вот теперь мы начнем отдыхать правильно.